Итак, всем снова привет, ребята. Так что получилось, что зашли на мой канал. Я здесь продолжаю проходить Soul Calibur оригинальный для Dreamcast, потому что что? Потому что идет неделя Dreamcast на моем канале. Меня зовут Владимир. Что же мы делаем сегодня? Сегодня мы продолжаем фигачить аркаду. Йошимитсу я не сильно хочу. Хочу показать вам Макси. Макси — это просто шикарнейший персонаж. Им очень весело играть. Это, наверное, персонаж, который просто создан для того, чтобы фигачить. Вот персонаж, который, наверное, когда создавали Soul Calibur, сначала создали Макси, а потом всех остальных. Мощимаю, давай. И вот мы уже начали свой бешеный танец. Который... Ой, главное... Вовремя! Ну вот увидите, что он творит. Просто грамотные игроки начинают раскручивать нунчаки и просто не прекращая это, делают вот эту вот отличную перфект победу. Вот о чем я, собственно, и рассказываю. Просто изничтожили Айви, бедную. За 6 секунд, только вдумайтесь. И опять Макси у меня там прыгает на значочке. Блин, как-нибудь когда-нибудь покажу. Надо просто, не знаю, 2 захвата сделать и повесить его где-то рядом. В следующей записи сделаю обязательно. Ну давай, ублюдок. Как тебе такое начало? Ух ты, он тоже что-то умеет. Давайте его схватим. И еще разочек ему. Эх, хорошо. Да, было забавно, Килик. Сейчас тебе еще разочек сделаю, погоди только. Ох ты, он, по-моему, выучил немного моих ударов. Вот видите, он начал удар, короче, и просто я вот жму в сторону, и он начинает просто двигаться. Раскручивая нунчаки дальше. Ладно, достал. Ах ты, че, серьезно? Ах ты, so about Макси. Seriously wounded. Макси was seriously wounded, but a soul still burn. А, у него последний не кошмар. То есть, ну, Макси идет сюда, собственно, не за кошмаром. Поэтому он уже может на... Вот на третьей арене, как сейчас, появится. Давайте-ка ему... Мажем, хотел я сказать. Как тебе такое кошмарище? Out of the soul, about Maxi! Макси жжет! Блин, я все думаю, надо начать, наверное, вебку вам включить, чтобы тут просто видели мои крики и извивания во время боя! Чтоб тебя, суку! Самый косяк, в чем Максимус, у него довольно короткий радиус действия. Вот видите, сколько, какие мощные удары мне наносит этот ублюдок. Ну, считай его одним ударом победил. По-другому с ним сложно. А вот с этим, вот реально, вот Макси и вот Волду, вот два таких персонажа, которые играют вот в свою такую игру. То есть, что Макси хрен предскажет, что Волда, который может тебя даже, валяясь на спине, сзади как-то ударить. Это если еще повезет. Ух ты, как я сейчас хорошо попал. Вот видите, видите, что делаете? Вот вообще просто на миллиметражах сейчас играем. И непонятно, кто кого побеждает. Понятно, кто кого, блин. Ничего, ничего. Волда не зазорно вдуть. В смысле, я имею в виду... Ну, вы поняли. Вот видите, что вытворяет? Вот я ему сейчас хотя бы сбил немного серию.
Вот что творит, сучонок. Корида Кимарет! Strength of the soul about Maxi. Поехали, финалочка. Сразу удар ему. Еще сверху ему. Ах ты, блин, ноги у него длинные. Вот если бы сейчас вот это прошло, я бы мог уже победить. Вот опять не прошло, ну что ж такое-то? Вот выкинет сейчас просто. Хе-хе, мада-мада, да-не. Как говорил герой аниме Prince of Tennis. Ну ничего, это было сложненько. Кен Хуа. Я не помню, по-моему, он против Килика здесь угорает. Ну то есть его именно сюжетка. Ах, вот он, у него в чем косяк, что он долго свои эти замахи делает. Иро! Вот сейчас пропустил мальца. У них у всех, кстати, есть свои эти мощные атаки, но они все работают по-разному. Одни пробивают, другие долгие, другие быстрые, но пробивают слабо. Вот некоторые, как вот у Хангии, вот это они бьют по земле. Что-то я ничего, ни одного нормального удара я не нанес. Вот это вообще сейчас в другую сторону было. Ай. Ай, не в то время блок поставил-то. Разве что выкинуть ее. Ай-яй-яй, все, уже. Ну, то есть, это была заведомо проигрышная ситуация. Ладно, давай. Как тебе такое? Кимар... Блин, вот сейчас бы прошло, если бы попал. Кимар... Яд! Уже который раз не проходит это... Кимарет! Вот видите, вот он просто затанцевал в другую сторону, и я ничего с этим сделать не могу. Кимарет! Получилось! Вот в принципе, если очень удачно подгадать момент, когда противник не успеет... Причем вот эти вот атаки тоже можно прервать вовремя, и они... То есть со знающим игроком, когда играешь, он понимает, что ты сейчас накапливаешь силу, ждешь, когда он подойдет, и ударит тебя. И причем эта тема пробивает блок. Ты не успеешь что-то сделать. Но когда ты подойдешь ближе, он может ее отменить и пробить совершенно другую серию, которая тебя вообще не порадует. Блин, далеко. Да что ты опять далеко? Да блин, вот хорошо, ай, хороша, молодца. Говна пирога тебе поесть. Ну, во-вторых, это вот еще лучше видно, когда прям вот рядом-рядом пролетает. И ты просто делаешь серию, когда герой пригибается. Или вот сейчас он просто быстрее меня оказался. А серия это продолжается. Блин, ну реально, если знать серии Макси, то, в принципе, со всеми персонажами так. Если знаешь серии, то ты довольно быстро все делаешь. Ну, то есть ты можешь так, такие связки делать, что они в нужные тайминги сделаны, подлавливают противника на его замахах даже. Не то чтобы ударов, то он только так замахнуться успел, а ты уже ему три удара нанес. Ну, не три, ну, два, наверное. Вот Макси успевает два, например, сделать. Да, Макси у нас против Астарота. Вот это чистый японец такой. И сразу начинаем. Ай-яй-яй, вот он далеко может. Ловим. Ай, зря. Вот это вот неплохо сейчас. И... Ну, блин, ударил же его. Ай-ай-ай, и серию он бьет. И вот он быстрее меня опять. Нет! Двойной нокаут! Ничья! Блин, а что повтор не показали? Ладно, благо запись есть. Блин, вот Макси, вот самый косяк Макси, что он когда... Он разгоняется и начинает бить.
Ну, то есть у него самый косяк этих разгонов как раз. Ой-ой-ой! Чё делаю? Блин, забыл. Надо в такие моменты, когда начинает раскручивать нунчайк, надо отпускать крестовину, иначе все плохо. Как вот сейчас. Так, сбили. Ай-яй-яй, зря прыгнул. Слишком близко был я к нему. Вот это было вообще неплохо. Тут вопрос даже не в том, сколько предугадывает движение противника, сколько предугадывает собственные движения. То есть вы начинаете танцевать в своем ритме. Что делает? Сейчас победит же меня. Вот видите, вот он сел. Видит, что я разбегается. То есть, блин. 1-1, давай. Вот. Не в ту сторону он развернулся. Вот это благо, я отошел. Цараки... Блин, вот нельзя, нельзя. Надо близко подходить. Вообще, надо ловить его на захватах. Но я туплю по-дикому. Вот. Ну и Инферно, конечно. Извините, тормознусь на секундочку. Ладно, продолжаем один из ответственнейших моментов. И сразу начинаем угорать. Ох, как это хорошо, мы его поймали в прыжке. Вот это тоже было ничего. Ах, отлично. Ну блин, он все равно больше нанес урона. Тихо, тихо, тихо. Он что-то задумал. Поймали. Сделали из него фрикасе мальцовое. Кокумада, да. Хочешь жить? Остановись. Ох, вот это просто в три удара из меня в говно сделали. А я умею так же. Чё подождет? Твою мать, а мама. Да ничего, я думал, когда там тебя дождаться уже-то. Кому дверь ты открывал? Ничего. Потом объясню. Блин, два раунда теперь надо заново брать. Ага, сейчас же. Говна пирога! Ох, половил. Нормально. Очень грамотно сейчас была выбрана своя позиция, что называется. Ой, Мицуруги! Вот этот мощный ублюдок, тот еще. Ай, вот не успел упасть. Блин, это конец. Да, такое может только Инферно делать. Что меня всегда бесило. Что он на любом персонаже может это сделать. Вот зачем мне это надо было? Кто мне объяснит? Может быть ты? Инферно. Черт. Блин, вот если бы сейчас попал. Зачем? Ух ты.
Есть! Сработало. Хоть не с первого раза, но зато главное успел потом пробить вот эту вот серию из двух ударов. Которая и стала решающей в этот раз. Да, эта часть будет состоять, наверное, только из прохождения Макси. Вот Макси, наверное, один из единственных персонажей. И вот эта музыка играет. Цена победы над злом была высокой. Почему ты так долго? Не может быть. Это мой конец. Единственный персонаж, который погибает при прохождении. И Килик. Килик. Макси! Килик был безмолвен, и Кинхоя притихла. Вот, это три друга такие были, которые отправились на этот турнир. Подоль ветра и облака поплыли дальше, как будто они забыли о своем предназначении. Было забавно, похоже, облака сами шептали в его голосе. Да, единственный канонический персонаж, который погибает в концовке. Ну, было бы ничего, если бы он не был одним из самых крутых. Но что поделать, сюжету не прикажешь. Настоящий герой и легенда будет жить, да. И как я записываю? Может, я чё, свой? О, ящер открылся. Мама, я сам сделаю, понимаешь? А как он ждет? А вдруг он я сейчас сяду и сделаю? Две секунды. Вот можно, наверное? Нет? Нет? Раз, наверное, нельзя. Два. Две секунды прошло. Фигура речи была, понимаешь? Ладно, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех люблю.